Дороги нужно строить так, чтобы они выдерживали даже танки. На недавно отремонтированной трассе Спасская-Вилково появились следы от гусениц. Обошлось без военной техники. Это следы трактора. Фермера ждет штраф за порчу госимущества. Не лучшее качество дороги встало между фермером и его землей. Парадокс по-украински. Полицейские задержали по горячим следам группу автоворов, точнее, семью автоворов. При них были найдены украденные ранее вещи. Вот это семья, все общее, даже будущая статья. Пьяный водитель врезался в припаркованную машину патрульных. Водитель пытался задушить себя. Полицейские его остановили. Слишком жесткая мера наказания, а подходящую уже выберет суд. Правоохранители нашли 13 тысяч пачек сигарет в одной из посылок. Общая их стоимость составляет свыше 300 тысяч гривен. Посылка интересная. Получатель пока не явился. Полиция просит прийти и попытаться забрать посылку. Ждет.